Привет, зритель. Я только что с выдр приехала. Уж тяло жарко. А тут он сидит и хоть бы шо. Тут до этого, пока я камеру включала, смысл телефон, вообще их трое где-то было. Все рядом. Сейчас вроде где-то... Вообще первый раз вижу этих больших птичек на моей яблоне. Курица, ку-ку, кис-кис-кис. Я собрала первую в этом году, забыла, как ее звать, жималась. Но я не дошурупила, что почти 12 километров на велике, тряски, в пакетике она вряд ли доживет и будет ровненькая. Короче говоря, она пустила сок, пакетик был неплотно закрыт, у меня испачкалась местами ну и пакетик вон там внутри, и молочко, ну сама бутылка и пакетик с творожком. Ну, короче говоря, как-то вот. Сейчас буду творожок мутить. Прикинь, все еще сидит. Птица, тут на тебя смотрит человек через телефон. И так. И вообще хоть бы шо. Пока, зритель.